С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». 20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Просто, чтобы знать о них больше и делиться этими знаниями. Пингвины обитают только в открытом море Южного полушария, у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки, от Фолклендских островов до Перу, на Галапагосских островах вблизи экватора. Предпочитая прохладу, в тропических широтах пингвины появляются только с холодными течениями. Самое большое скопление особей расположено в Антарктике и на прилегающих островах. Селятся, скажем так, пингвины, как правило, большими колониями. Они насчитывают десяток тысяч пар или даже больше. Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет. Теперь о родившихся в этот день, 20 января 1775 год. В этот мир приходит Андре Мари Ампер, французский ученый, иностранный член Петербургской академии наук. Он построил первую теорию магнетизма. А в 1857 году родился Владимир Бехтерев, выдающийся психоневролог. В 1927 году он установил, говорят, диагноз Сталину – паранойя. И это стоило жизни ученому. 1920 год. Еще один художник приходит в этот мир. Кинохудожник Федерико Феллини. Итальянский кинорежиссер и сценарист. Он оказал огромное влияние на современное кино. Фильмы его сочетают мечтательность и фантастичность с элементами сатиры и эпизодами из личной жизни, так сказать, на своем собственном примере. 1930 год. Алдрин Эдвин Юджин, американский астронавт, рождается 20 января. Затем, когда он станет взрослым и станет настоящим астронавтом, высадится на Луне с Нейлом Армстронгом во время полета «Аполло-11» в июле 1969-го. Он станет вторым человеком, который оставил свой след на Луне. Впрочем, как известно, до сих пор многие считают, что американцы на Луне не были. 1935 год. Рождается Евгений Велихов, физик-академик, выдающийся ученый, физик-ядерщик. Действительно член и вице-президент Российской академии наук. Автор более 150 научных публикаций, ряда изобретений и открытий. Ирина Аллегрова родилась в этот день, в 1952 году, народная артистка России. А в 1963 еще одна дама, Ингеборга Дапкунайте, советская, литовская и теперь уже и британская актриса театра и кино. Ну и еще о двух представительницах прекрасного пола, которые появились на свет в один день. И, как мне кажется, это может быть даже символично. В 1976 году родилась российская балерина Анастасия Волочкова, а спустя 10 лет российская телерадиоведущая, модель, актриса и, говорят, певица Ольга Бузова. Совсем недавно она давала концерт в Люберцах. Несмотря на то, что вышла на сцену только через час после объявленного времени, смогла порадовать своих часто очень молодых почитателей и по-прежнему удивила музыкальных гурманов, которые задаются вопросом: «А что, можно и так?» Ну а теперь об истории этого дня. 1714 год. Петр I издает указ, уникальный в русской истории, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещается жениться. Под вопли родителей дворянские отроки станут отправляться за счет государства за границу, где будут обучаться различным специальностям. 1961 год, 20 января. В этот день проходит церемония инаугурации Джона Кеннеди. Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей родины, сказал Кеннеди в своей речи при вступлении в должность. Задумавшиеся над сим судьбоносным вопросом сограждане смогли украсть во время бала по случаю инаугурации 10 900 чашек, 6 000 пепельниц, 600 салфеток, 200 скатертей, 130 официальных курток, ну и так далее и тому подобное. Рекорд дня. 1979 год. Американка Сабра Стар из Лансдауна установила абсолютный мировой рекорд по продолжительности непрерывного отплясывания Чарльстона. Она танцевала почти 111 часов. Попробуйте вы
хотя бы часик продержаться. И последнее. 20 января 1982 года на концерте Оззи Осборна случилось событие, о котором теперь всегда упоминается в биографии музыканта. Один из фанатов принес на концерт дохлую летучую мышь и просто бросил ее на сцену. Ну, в то время посетители часто приносили на концерт Осборна дохлых кошек, змей и так далее. Оззи решил, что мышь была игрушечной, ну, знаете, как для собачек, взял ее и попытался откусить голову. В этот момент выяснилось, что мышь была совсем не игрушечной и не мертвой, потому что она очнулась и сама укусила музыканта. После этого Осборну пришлось срочно ехать в больницу и делать уколы от бешенства. Так что прежде чем кому-то откусить голову, то бишь сделать очень больно, подумайте, это ведь может быть живое существо, а не кукла. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».